Всем привет! Сегодня хотел рассказать подробнее, как работает мой, собственно, софт по фармингу рефералов. Что для этого? Так, с чего начнем, собственно? Вот. У меня есть виртуальный сервер Linux, в котором, собственно, все скрипты выполняются. Наверное, я не буду его показывать, потому что, ну, собственно, это там такая больше кодовая история, но визуально что можно показать на данный момент? В общем, у меня взаимодействие и активность на сервере логируется и выводится в Telegram-чаты. Telegram-боты, ну, собственно, в этих чатах мне сообщают информацию. Значит, вот сейчас я покажу, как это все выглядит. Вот ежедневно порядка где-то в 9 по Нью-Йорку запускается скрипт поиск вакансий. И, соответственно, там сначала по ключевым словам вытаскиваются вакансии, проверяются на наличие новых вакансий по текущей базе, которая есть. Дальше при помощи чат GPT отсеиваются вакансии, которые не соответствуют требованиям по названию. Собственно, также отсортировываются вакансии от кадровых агентств. И после того, как собирается вся информация по новым вакансиям, по описанию компаний, дальше запускается скрипт сбора пользователей из этих сотрудников из этих компаний. Вот. И, собственно, в конечном счете собираются сотрудники, и мне в Telegram-чат присылается файлик с списком профайлов. Вот последний запуск дал мне 1600 профайлов. Ссылки на пользователей в Elane. Ну, понимаете, Elane, что такое. Вот, собственно, эти ссылки мне нужно загрузить. В данный момент у меня ручная загрузка и поиск имейлов через программу Lead Helper. Я в нее захожу, собственно, здесь у меня есть какое-то количество кредитов, ну, 130 тысяч. И, собственно, я загружаю эти профили в компанию. Подгружаю сюда вот ссылочки. Вот, я до этого уже это все сделал. Сейчас, вот, собственно, подгружаю ссылочки в компанию текущую. Плюс там, собственно, под URLs и загружаю сюда все эти URL-урлы. Дальше у меня запускают кампанию по поиску имейлов. Вот. И в конечном счете, когда все имейлы извлечены, могу, ну, добавляю предварительно тег. Там, например, вот сегодняшний какой-то день. Например, сегодня 20 марта. Вот, собственно, у меня был тег 20 марта. И из 1700 профайлов у меня информация в Helper нашлась по... Так, сейчас почему-то не сработал фильтр. Так, 20-е... А, да, сработал уже. Вот, по 500 людям у меня нашлась информация. Вот, собственно, дальше я выгружаю эту информацию из LeanHelper, нажимаю Download, у меня сохраняется файл с имейлами профайлами. Вот, дальше этот файл я отправляю в Telegram бот, и дальше уже идет обработка этих данных, так как не все имейлы там валидные, проверяются на валидность имейла через определенный механизм. Вот. У меня есть порядка 450 прокси, которые участвуют в проверке имейлов. Вот. Ну и мы получили из 250 имейлов, у нас оказалось, что валидных 439 адресов. Вот. Дальше у нас для этих имейлов и на основании данных о том, какая компания, какая вакансия, что за человек, генерируется персонализированное имейл-сообщение. Вот, собственно, есть вот такая джоба. Она у нас проходит успешно.
И запускается сервер, перезапускается сервер с Redis, с Grok. Вот. И как мы получаем сообщение о том, что у нас все отлично отработало, запускается мониторинг отправки. Вот. Собственно, у нас 425 уникальных людей, сгенерировалось 425 писем. Вот. Ну и у меня вот 40 аккаунтов, собственно, письма отправляются. Видим, здесь 41 отправлено, дальше 82. Ну и так далее, пока у нас все эти письма не отправляются. Раз в 5 минут у меня с Google скриптов происходит запрос на сервер, и, соответственно, обрабатываются письма. Google скрипты как выглядят? Значит, есть Google шиты. Вот. И в них, собственно, зашита логика, как взаимодействовать с сервером и как отвечать на, собственно, уже на имейлы, которые входящие, да, то есть как Google скрипты отправляют запрос на сервер, просят какой-то раз в 5 минут по одному письму они отправляют, и, соответственно, обрабатывают входящие письма. Вот. Дальше, после того, как письма отправлены, у меня есть также другой чат, в котором можно посмотреть, кто что пишет, какие письма приходят. Вот, например, да, у меня автоматические ответы на эти письма здесь. Также логируется, я могу посмотреть, вот на этот ящик пришло письмо от вот этого адресата. Письмо такое: спасибо, что поделились своим резюме, очень классно выглядит. Ну и до этого там же была уже какая-то переписка. Вот. Ну и автоответ вот такой был отправлен. Все отлично, что спасибо, что мы назначили звонок, да? Вот. Ну и так далее. Там все это вот у меня здесь есть. Также, если это первый раз человек подписался, мне приходит ссылка на его LinkedIn. Вот. Я его, соответственно, добавляю тут же и могу им еще и в LinkedIn написать что-то. Вот. Как-то так. Поэтому, если есть еще какие-то вопросы, буду рад ответить. Всем спасибо, отличного дня, вечера, утра.